Что, ребят, строим трейлер, друзья, с вами Генотром. Сегодня я начинаю играть в новую игру, которая называется SimCity. Я вам так скажу. Это выглядит примерно вот так. Но... Так, здравствуйте, мэр. Меня зовут Лева. Я здесь, чтобы помочь вам освоиться. Для начала мы должны проложить дорогу от вашего нового города к главному шоссе. Хорошо. Немножечко игра будет провисать, потому что какие-то там немножко за... не доделал косяки с, так скажем, с производительством. Ничего, нормально. Так, двухполос на дороге, текстер засунул, дело простое. Просто проведите пальцем туда, а вот так вот, да, у нас получается, можем это сделать. Вот так вот, да, значит, ага. Неплохо. Отлично, теперь у вас есть выход на шоссе и в ваш город. Смогут проехать жители. Это понятно, но есть один момент. Дело в том, что я в телефоне. Здесь, кстати, даже ночь включается. Дождь, погода. Насчет снега, не знаю, будет он или нет, непонятно. И, в общем, я застрял с одной весьма проблемой. Я немножко начал неправильно строить дома, то есть город. Дело в том, что тут происходит такое, что мне нужно сделать так, чтобы заводы максимально далеко от домов были. Типа, знаете, как промышленная зона, что-то подобное. Это очень сложно. Может быть, я сейчас постараюсь сделать что-то похожее. Тут есть один косяк, что есть один дом, который пошел вообще не туда, куда ему нужно было. Так, да, я понимаю, но подождите. Постройте больше зданий перед тем, как прожить дом дорогу. А ты серьезно, братан? Такая хорошо. Я могу проложить дом, это не занимается ничего, все нормально, так. Так. На данный момент я сейчас это могу проложить куда-то вот сюда. А, вы сюда хотите? Хорошо, не проблема. Окей, они просто меня торопят с этим. В эту игру я буду играть примерно каждые 15 минут. То есть серии по 15 минут, не больше будет. Так, здесь у нас уже готовы вода, гвозди, короче говоря, там просто жесть. В телефоне у меня уже 6 уровень, между прочим. А здесь, да, видите, вот железо 10 штук. Это нам сделает прибыль 800 рублей и плюс 10. Окей, хорошо. Это немножко провисает, но это ладно. Я не знаю почему, может быть мне нужно как-то производительность еще выше поставить. Неплохо. Но давайте мы сейчас вот так расставим, а потом это можно переместить именно так, как нам нужно будет. Так, хорошо, давайте. Они просто все сейчас вот это вот допихают мне. Так, куда мы можем поместить?
взорвало коммерческое здание, то у нас что? А, я понял. Давайте мы это пока поставим здесь, потому что это уйдет куда-то туда, прям далеко максимально, потому что у нас, как вы видите, местность она выдана до сюда. Здесь, если мы тыкнем, будет там написано, что нам нужно будет иметь 10 руку, но у нас первый, по идее, партию гвозди. Ага, вот они и гвоздики. 9 из 2. Угу. Вроде как все просто. Поверьте мне, это будет очень жестко. Я прям капец как уверен. О, здесь мне пришла прибыль в 1000. Очень неплохо. Так, это что-то вроде без склада, да? У нас 20. Всего готово. Логично. Так, надо построить еще дома. Железо, руки. Первое, что я, наверное, все-таки сделаю, давайте. Да. Окей. Так, это у нас готово. Я надеюсь, что я не ошибся. Пока идем в полный порядок. А, пока рано еще. Здесь сюда идут. Не, вообще реально прикольная игра. Уже в следующей серии там будет просто дикий трэш. Ночь наступила. Собственно говоря, что мы хотели. Так, в темноте страшно. Включите нам свет, пожалуйста. Очень страшно. Спасибо. Город прекрасный. Энергия. Вот тут есть один некий косяк. Мы его тоже сейчас поставим сюда. Давайте. Да, прям вот тут вот. Пускай будет это здесь. Мы все равно. Мы провели свет. Вроде гудел. О, конечно, прям уже гудит капец как. Вот эти бабки у нас будут награждаться за выполнение задач как можно больше. Я надеюсь, мы за 15 минут управимся. Так, город уже там. Давайте построим завод для производства. Окей. Так, небольшой завод. А, вот тут уже, да, будет один интересный момент. Вот с заводом мне надо как-то прям по полной программе. Надо отлить партию металла. Металл здесь быстро делается. Парочку секунд, смотрите. Раз, уже готово. Раз. Два. Неплохо. Там еще будет такой момент, что... Скорее даже там вот это производство, оно будет дольше.
Это что-то похоже на весовую ферму. Когда что-то делаешь, у тебя там 5 минут, допустим, это будет делаться. Поэтому как бы так, но... Тут даже может быть такое. Так, и вот осталось последнее. Это воду поставить нужно будет. Мы поставим вот сюда вот. Пока что, потому что нужно сделать как можно больше дорог, но здесь проблема. Дороги-то быстро не сделаешь. Там чисто доступ будет до 3 вот так вот. А, это дома, по-моему. Молодец, красавчик, шип. Ну, это, конечно, долго. Так, окей. Так, вот мы сейчас... Понятно, сейчас я приеду. Короче, у нас сейчас переезд в другой город. Города не было, 265 тысяч человек населения. Нормально. У него там вообще капец. И магазин, и завода, и здания высокие. Так просто, я не знаю, там вот так. Вот, собственно говоря. Ага. Ну. 760. Тата нужно, короче, забрать. Видите, она прям там вообще капец кипит вообще. Опять нифига. Так, теперь когда город заселен, жители Монерока нужны дозваны. Да хрен с ним, нормально. Нормально, да. Гвозди готовы. Отлично. Теперь дальше мы сами. У меня есть вопрос, что вот это твой мэн заключил, я не понимаю. А у меня здесь в игре тоже такое. Хорошо, хорошо, подожди. Все, конечно, понимаю, что так и сяк, но... Нам нужно создать дорогу, потому что, во-первых, давай попробуем. Да. А это можно как-то сюда, да? Вот.
Тогда замечательно вообще. Так. Подожди, братан. Все, тогда вообще не проблема. Тихо, весь капец. Так, я это сделал, наверное, вот так вот. Ага. Нормально, пойдет. Уже там. Ага, я понял. Там типа делать нечего. Да блин, куда-то я не пал. Так. Это очень жестко. А, я по. Не с один и без дорога, я так хорошо. Да твою мать. Сейчас-то надо вот так вот сделать красиво. Берем. Вот сюда. И прямо сюда вот так вот прокладываем. Дорога готова. Все, зато что на сегодня пока что достаточно, потому что дальше будет все намного сложнее. Потому что как я должен буду сделать это. Сейчас еще один момент будет. Сейчас нужно будет дорогу. Так. Раз, два. Где-то вот здесь, короче, мне нужно будет. Окей. Власть. Там, окей. Короче, я думаю, как-то так. На сегодня все. Все, я думаю, достаточно, потому что потом дальше будет рано. Еще интересно. Дальше я должен буду немножко сейчас проделать, а потом уже посмотрим, что будет вообще происходить. Надо это как-то так грамотно сделать, потому что сейчас в телефоне у меня на данный момент 3744 жителя. Здесь 156. Нужно это сделать реально грамотно. Вот эти вот, соответственно, знаны, видим. Произведите собрать металл. Штук 10. Гвозди готовы. Железо внутри. Ясно. До новых встреч. Всем удачи, всем пока.